Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вот это прохладное воскресное утро. Я двигаюсь потихонечку в гараж. Вот, к Ниссану. Так и недавно к нему заехал. Обнаружил такую историю, что после последнего выезда не было возможности помыть машину, потому что везде были большие очереди на мойках. Погода была не особо хорошая. Вот, я его просто поставил. Он стоит уже месяца, наверное, два в гараже в ожидании своего сезона. А на днях заехал и увидел, что у меня крылья сняты, вот, и под крыльями у меня начинают появляться мелкие точечки рыжего цвета. Вот сегодня договорился с мойкой, со знакомым в автосалоне Kia. Поеду мыть машину, помоем кузов, помоем салон. Все это очистим, ржавчинку уберем, в гараже потом это все вообще пройду специальным средством, чтобы дальше не ржавело. Вот, и буду ждать крылья, потом устанавливать крылья новые, которые будут в Краснодаре доделывать сейчас. И также придет новый капот, красивый. Все скоро увидите. Будьте на связи. Ну вот, я дошел до гаража. Очень холодно. Холодный ветер, хотя на улице всего минус 5. Вот стоит наш Nissan. Вот он. У нас бампер лежит на крыше, как обычно. Вот у нас такая красивая вот капоточка, покажу. Вот. Так. Сейчас я покажу вам то, что у нас происходит с крыльями. Точнее, с местами под крыльями. С кузовом. Про то, что говорил про рыжики. Ну вот, вот такой он стоит грязный. Вот после последней поездки была такая погода. Вот, и помыться не было возможности, как я уже говорил. Вот. Ну и вот эти рыжики, про которые я так и рассказывал, что вот она чуть начала рыжеть у нас. Потом, что у нас еще здесь? Вот тут немножко она пошла. Ну, вот тут, понятно, все эти крепленницы, вот, вот, все эти стыки. Все это я уберу, зачищу, пройду, у меня есть специальное средство, цинкарь называется. У нас тут был лайфхак, как раз в такую погоду, так как капот приоткрыт немного, вот, много лишних отверстий, откуда может грязь попадать, фильтр в новый. Мы тут соорудили такой вот самодельный холодный впуск, так сказать. Вот зато мы съездили, у нас чистый фильтр остался, ничего не испачкалось. Все красиво. Вот. Сейчас вам покажу средство, которым я буду все это потом убирать. В общем, вот такое средство. Вроде как оно немецкое должно быть. Цинк-спрей. Надо немножко зачистить по-хорошему. Вот, чтобы убрать коррозии, побрызгать. И типа коррозии будет меньше. Не пробовал, стоит давно. Вот. Схема покраски есть нарисована. Вот, стоит, в общем, давно. Я вам позже все расскажу, как это работает, как это показалось, как тяжело им было работать.